ежегодно и органами внутренних дел, и иными субъектами профилактики, государственными органами принимаются необходимые меры по обеспечению общественной безопасности в летний период. Основное внимание уделяется местам массового отдыха граждан у воды. И здесь задачи милиции направлены на поддержание охраны правопорядка в этих местах, с учетом того, что значительное количество отдыхающих находится, на пресечение фактов распития спиртных напитков и пива, на предупреждение правонарушений в сфере безопасности дорожного движения и, естественно, соблюдение правил поведения на воде, а именно реагирование на факты купания в запрещенных местах и проведение иной профилактической работы. Вот это совещание нам позволит еще более тесно взаимодействовать и сохранить жизнь и здоровье наших людей и отреагировать на любое правонарушение.